Вчера возложили цветы к монументу «Вечная слава» к 72-й годовщине освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков. Первыми цветы памяти и уважения положили ветераны Второй мировой войны, ветераны-освободители города. Присутствующие почтили погибших в войне минутой молчания. После этого духовой оркестр исполнил гимн Украины. Сегодня в Днепропетровске проживают 42 участника обороны и освобождения города. Именно 25 октября 1943 года наш город силами 46-й и 8-й армии 3-го Украинского фронта был освобожден от немецких оккупантов. В августе того же года началась битва за Днепр, одна из важнейших битв Второй мировой войны, финалом которой стала самая масштабная операция форсирования Днепра.